Народные гуляния в честь юбилея города Лабытнанги продолжались в течение всего дня. Праздничную программу, посвященную 145-летию города Лабытнанги, продолжили народные гуляния. Выступления городских коллективов, театрализованное представление, большое количество знаменитых российских исполнителей на протяжении всего дня поднимали настроение горожанам и поддерживали радостную атмосферу. День города завершил праздничный фейерверк. Обо всем подробнее расскажет мой коллега Максим Швец. Погода в этот день явно не радовала, но большое количество зрителей, пришедших на концерт, очередное подтверждение тому, что холодный ветер и низкая температура не смогли испортить праздничное настроение горожанам. В течение часа Наталья Гулькина поднимала настроение и радовала лабытнанцев своим творчеством. Как призналась певица, ей приятно приезжать на север, ведь здесь живут добрые и отзывчивые люди, которые всегда встречают ее с теплом и радушием. Я уже не первый раз сюда приезжаю и еду действительно с большой любовью, потому что у меня здесь появились друзья, просто-напросто, по-другому не сказать, потому что и вы видели, как прекрасно принимали сейчас. И, собственно, неделю назад я тоже была здесь, но я была в соседнем городе, и тоже был прекрасный прием, и как-то вот душой стремишься вот к тем людям, которые умеют понимать, что такое тепло. Дневную концертную программу продолжило выступление группы «Балаган Лимитед». На фоне именитых российских артистов творческие коллективы городского дома культуры и детской школы искусств смотрелись не менее профессионально. Подтверждение тому – аплодисменты зрителей. Настроение у меня вообще шикарное, тем более праздник, день города. Как оно может омрачиться погодой, да? Я считаю, праздник организован замечательно, супер. Видно, что люди ходят довольные, счастливые, ходят, улыбаются. Программа хорошая и просто в восторге. Первый раз здесь такое представление хорошее. Замечательно, вообще супер, просто. Не было никогда такого. После небольшого перерыва площадь Владимира Нака вновь ожила. С каждой минутой зрителей становилось все больше. Улучшение погодных условий также этому поспособствовало. На вторую половину праздника даже Господь Бог посмотрел по-другому. Если с утра у нас не совсем ладилось с погодой, то сейчас мы видим, что все сделано природой для того, чтобы завершить сегодняшний день праздника достойно. И посмотрите, сколько народу пришло. Это нравится жителям, это значит нравится всем остальным. Это значит получился настоящий праздник, настоящий юбилей нашего родного города. Вечернюю концертную программу продолжили гости из окружной столицы. Поздравить лабытнанцев с юбилеем города приехала и Елена Лаптандер. Несмотря на легкое недомогание, она все же вышла на сцену. Я так обожаю приезжать в город Лабытнанги, потому что здесь воспитанная публика, настолько отзывчивая. Тут даже ничего особо и делать не нужно. Выходишь, а народ тебя уже любит. И это здорово, и это приятно. И я немножко приболела, как видите, да? Но я вышла, и я забыла о том, что я болею. И мне так было... приятно, здорово увидеть свои даже знакомые родные лица. Между выступлениями артистов сотрудники городского дома культуры не давали скучать горожанам, приготовив для них множество интересных и захватывающих конкурсов. Лабытнанцы, поддерживаем аплодисментами, ну же! Вот так! Сразу сила в руках прибавилась. И все же кульминацией вечера стало долгожданное выступление группы Infinity, диджей Алекса и королевы русского R&B Бьянки. Мне очень понравилось. По крайней мере, я не помню таких своих ощущений. Мне очень понравилась природа, мне очень понравился невероятно закат, который я сняла на видео и даже отправила в Инстаграм. Вот, и мне просто невероятно нравится ваш воздух. Здесь так чувствуешь себя очень спокойно, так бодро. И еще раз повторюсь, природа действительно меня заворожила. Праздничный салют стал традиционным завершением торжественных мероприятий. С той лишь разницей, что в этом юбилейном году фейерверк особенный. Полную телеверсию празднования юбилея города вы сможете увидеть на канале Лабытнанги ТВ 20 сентября. Максим Швец, Кирилл Сементеев, программа «Время местное».